तारुशुद्धाय भक्तिजुग अर्जुनुवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चापक्षणम भक्तं तेषां के योगवित्तमः. Глава 12. Бхакти-йога. Йога преданности. Арджуна спросил, кто наиболее совершенным образом практикует йогу? Те, кто с любовью служит тебе, или те, кто сосредотачивается на безличном брахмане, пребывающем за пределами мира материи? Си Бхагаван уача, маджавишча ману же манг нитта юкта юпашати, шраддхая парою упита стаеме юкта тамамата. Всевышний ответил, того, кто устремил все помыслы ко мне и постоянно с глубокой верой поклоняется мне, я признаю лучшим из йогов. Те же, кто сосредоточен на моем аспекте брахмана, почитают меня как нетленного, неописуемого, непроявленного, вездесущего, непостижимого, запредельного, неподвижного, незыблемого. Контролируя свои чувства, равно относясь к каждому и действуя на благо всех живых существ, они постигают меня таким. Великие трудности ожидают тех, чье сознание направлено на мой безличный аспект. Поскольку путь постижения брахмана очень сложен для души, обусловленной материальным телом. Ету сарвани кармани мои саннаша матпара ананне наива йогена маанг дхайанту васати тешаан аханг самурдхатта мртту сангсара сагарат бхавами на чират партха маджавесита четасам. Но тех, кто посвящает все свои помыслы и деяния мне, отрекаясь от всего мирского ради меня, кто постоянно помнит обо мне и с безраздельной преданностью поклоняется мне, таких предавшихся мне душ, о Партха, я быстро вызволяю из круговорота рождения и смерти. Маджива мануадхатса мои буддхи нивешая, нивасишаши маджива ята юрдхана сангсая. Сосредоточь свой ум на мне и обрати ко мне свой разум. Ты достигнешь вечных отношений со мной. В этом нет сомнений. Аражиттан самадхатан насакноши мои стилам адбяса джогена тату мамичаптам дхананджая. О завоеватель богатств! Если ты не в состоянии постоянно помнить обо мне, то непоколебимо следуй практике йоги, взращивая желание достичь меня. Если ты не способен следовать ограничениям и предписаниям, необходимым для практики йоги, посвяти мне свои поступки. Действуя ради моего удовлетворения, ты непременно достигнешь совершенства. Если же ты не способен и на это, тогда предайся мне и, обуздывая свой ум, предлагай мне плоды своего труда, не привязываясь к ним.
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। Знание обо мне, как о высшей цели духовной практики, превосходит следование ведическим предписаниям, лишенное такого понимания. Однако непосредственное осознание меня выше такого знания, ибо дарует естественное понимание того, что плоды любой деятельности принадлежат мне. Познав это, йог обретает подлинное умиротворение. Аддишта сарвабхутанам майтра каруна ева ча нирмамо нираханкара самадукха сукхакхами сантушта сасатан йоги ятатма дриранишчая маджарпита мано буддхир йомада бхакта самеприя. Мой преданный никому не завидует. Он дружелюбен и сострадателен ко всем. Он свободен от алчности и себелюбия, удовлетворен тем, что имеет, владеет собой и уравновешен в счастье и горе. С непреклонной решимостью и постоянством следующей пути бхакти-йоги, сосредоточивший на мне свой ум и разум, он очень дорог мне. Кто никому не причиняет беспокойств и сам не обеспокоен никем, кто свободен от мирской радости и гнева, страха и волнений, тот дорог мне. Анапекша шучирдакша удашино готабьята сарварамха паритяги джомад бхакта самеприя. Тот, кто отрешен от всего материального, чист внешне и внутренне, искусен, свободен от мирских тревог и страданий, а также отверг все устремления, препятствующие достижению любви ко мне, тот очень дорог мне. Джоно хрисяти на дешти, на сочати на канхати, шубашуба паритяги бхактиманиджа самеприя. Кто не ликует в счастье и не отчаивается в горе, не скорбит и не вожделеет, кто отрешен как от благочестивых, так и от греховных мирских деяний и благословлен духом преданности, тот дорог мне. Чамасатру чамитре ча татамана апаманаю ситошна сукадукхешу самасанга виварижита туллянинастутир мауни шантушто джена кеначит аникета стхирамтир бхактиман ме прио нара. Мой преданный одинаково относится к врагам и друзьям. Он не теряет самообладания в славе и позоре, в жаре и холоде, в удовольствии и страдании, оставаясь равнодушным к оскорблениям и хвале. Он избегает дурного общения и праздных разговоров. Удовлетворен при любых обстоятельствах и не привязан к семье и домашнему уюту. Такой человек, исполненный непоколебимой решимости и преданности, очень дорог мне. Джету дхармамритамидам ясуктан парджупашати праддхадхана матпарама бхактасте тибаме прия. Тот, кто вкушает нектар бессмертия, с верой следуя по указанному мной пути, кто с преданностью служит мне, избрав меня высшей целью жизни, тот необычайно дорог мне.